Ткачук успевает сделать передачу налево. Через центр пошла атака. Удар будет. Рочина бьет поворотом. Гол! 2-0. Счет становится в пользу Рубина. Великолепный удар Рубина Рочины слева. И несмотря на все старания Лунева вытащить этот мяч из угла ворот ему не удается. 2-0. Вот так вот не забила Уфа и забивает в хорошей атаке, надо сказать, Рубин. Видите, розыгрыш мяча. И Рочина, конечно, укладывает просто как рукой мяч в дальний угол. Канунников становится автором голевой передачи. Шикарный удар. Никаких шансов у Лунева не было. Мяч был и подкручен здорово, и сильно полетел. 17-й гол уже забивают казанцы в этом сезоне. 17-й. Это, вы знаете, очень хороший показатель. Второй гол самого Рочины.